Привет-привет, с вами Марина Холодкова. Сегодня я вам покажу, как можно снять дуэт в ТикТоке. Для этого мы заходим на свой аккаунт, находим то видео, с которым вы хотите снять дуэт. К примеру, вы у кого-то увидели, захотели себе сделать такое же. Вот я снимала на своем втором аккаунте, покажу вам Ребят, сейчас. Привет. Вот такой я дуэт знаю, я сделала. ТикТок, и могу с вами поделиться этой информацией. Для этого просто напишите мне в директ. Смотрите, для того, чтобы снять такое видео, ребят, вот здесь, привет, видите, крутится знаю, пластиночка. Нажимаем на нее. Нам нужен оригинал. Вот здесь вам показываются все дуэты, которые были сняты именно с этим роликом. Нам нужен оригинал в данном случае. Нажимаем на оригинал. И вот здесь видите стрелочка 27 под ней написано. Нажимаем на нее. И нам открывается дополнительное меню. Нам нужно выбрать дуэт. Мы нажимаем. Сам ролик загружается на наш аккаунт. Привет, привет. Вот и теперь спокойно снимать дуэт. Вы можете себе выбрать тоже, может, какой-то эффект, да, ну, к примеру, давайте я поменяю все что-то, либо такое. То есть тут вы себе выбираете, тут есть в тренде, желательно трендовые выбирать. Когда вы выбираете трендовое что-то, то TikTok вас продвигать начинает, да, потому что вы пользуетесь масками, и TikTok это нравится. Вот я выбрала такую маску снова, как у меня там была. Вот. И дальше мы... Здесь можно скорость увеличить, либо уменьшить, как хотите. И дальше мы просто вот нажимаем и начинаем снимать наш дуэт. Рассказываем здесь вот все, что надо, да. Да, рассказали, все, нажали. Вот смотрим здесь сверху, видите, показывается, сколько времени еще будет идти. Записываем свою сторис. Вот, после чего, вот, пожалуйста. Здесь это вас как бы не слышно, да? Вот, но когда вы нажмете на далее, да, и ну, перед тем, как захотите ее опубликовать, там все будет нормально слышно. Все, дальше вы ее, как обычно, загружаете, прописываете хэштеги, ставите обложку. Вот, и можно также уже поделиться в соцсетях, можно сохранить на устройство. То есть, смотрите, что бы вы хотели дальше с ним сделать. Все, после этого публикуете. Вот, в принципе, и все, что я вам сегодня хотела рассказать. Надеюсь, что было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Всем пока-пока.